Самая частая причина, почему не получается совершать продажи, я не знаю, что мне делать сегодня. Завтра у меня важная встреча с клиенткой, где мы как раз таки будем решать, а что ей делать ежедневно. Какая цель? Нам необходимо сделать 200 тысяч. Окей. Для того, чтобы было легче все это достигать, я разделил на три основные части. Ну и третье – это продажи. До продаж мы еще не дошли, будем разбирать их чуть позже. Ну а как же делать конкретные действия? В итоге получилось, что по 7 способам привлечения трафика у меня огромное количество задач. И это пугает. Вас тоже пугает и вводит в ступор огромное количество задач. Благодаря 5 минут рассуждений, что из этого важно, что не важно, я получил всего лишь 7 задач, которые мне нужно сделать на этой неделе. И как только мы их закончим, мы можем переходить к следующим. Но зато мы знаем, что это то, что нам сейчас важно и что ведет нас к 200 тысячам. Круто!